С февраля 2022 года для всей страны вы стали источником главной эксклюзивной информации о том, как проходит специальная военная операция в Донбассе. Можно вас попросить рассказать о последних новостях, что сейчас там происходит, так сказать, вести с полей? Руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Он ведет так, что даже я не понимаю, не как руководитель государства, ему не интересны мировые правила. И мы сегодня воюем не против Украины, против бандеровцев, мы воюем против НАТО.